Доброе утро. Понедельник, 6 мая. Приветствую вас под Растюшино. Пришла я в тепличку, не была 2 дня здесь, ответственно. Нагло говорю, что не была тут вообще. Посмотрите. Сейчас сорвем огурчиков, чтобы им было полегче. Уберем желтые листья. Я даже не ожидала, что столько будет огурчат. Огурцы сладкие-сладкие. Я брала, срывала на работу. Прям сладкие-сладкие. Почему-то первые огурцы очень сладкие. Так. Сейчас будем перевешивать. Сделает он мне вот эти... Слышь, как они называются? Железочки эти. На грядке, чтобы я подвязывать могла. Вот сейчас сломала голову. 2 штуки мне надо на грядку или 1. Наверное, 2. Вот. И у меня уже на томатиках сегодня видела помидорят маленьких. Завязались. Естественно, надо сажать прям. Ну, некогда было. Вот сегодня уже вот тиамонтики. Маленькие помидорки уже завязались. Капуста. Львиный зев. Гортензия. Боже, какой-то черный кот не наш. Алисум сейчас буду поливать. И вот уже, наверное, будет красный. Да, красный пеларгошка. Не видели мы цвет. Сейчас только видно. Сейчас возьму лейку. Быстренько все пролью. И пойду заниматься пинт-хартами. Наконец-то. А вот беленькая. Это наномикс пеларгошка. Какой-то желтоватый даже под цвет. Смотрите, бегония. О, красотка, распускается. Вот такая будет. Угу. Так что всех приветствую.